Всем привет-привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Мое видео начинается сегодня с небольшой видео-болталочки. Хотелось бы поделиться нашим событием сегодняшним особенным. Сегодня, 11 сентября, мы стали второй раз родители. И у нас появился замечательный, самый лучший бельчонок, зайчик Максимка. Сегодня будем его поздравлять, дарить подарки. Ему исполнилось 8 лет. Как же быстро летит время. И даже и не верится, просто даже и не верится, когда я смотрю на них, что они с каждым днем становятся такими взрослыми, самостоятельными. И знаете, не знаю почему, но именно в такой день я всегда смотрю на него, вспоминаю все самые трогательные моменты. Вспоминаем, через что мы прошли, как это все было. И я, наверное, не раз уже делилась, рассказывала о том, что когда я забеременела Максимкой, мне было очень страшно, потому что Анютик была очень маленькая, 8 месяцев, и мы не планировали, ну, так сложилось. Как я люблю говорить, наверное, всему свое время, значит, так и должно было быть. Но все зависело от нас. Я очень сильно плакала, боялась, но Сашуля взял меня за руку, сказал, что Янусь, надо рожать, прорвемся, и 100% будет пацан. И вот я сейчас смотрю на Максимку и даже не могу представить того, если бы, да, я все-таки решилась на это, и мы были бы сейчас без этого светлого бельчонка. Ну, как всегда, такие дни, куда мы без слез. Особенно я, да, если я начинаю вспоминать что-то, рассказывать, обязательно надо поплакать. Ну, я всегда говорю как есть, ничего не скрываю, я думаю, что многие прошли через это, у кого-то были такие мысли, да, сложные моменты в жизни, когда тебе страшно, ты не знаешь, как правильно сделать, поступить, но очень здорово, что с нами в нашей жизни находятся рядом люди, эти нужные люди, которые могут тебя поддержать и сказать, что прорвемся, все будет хорошо, и у тебя не будет никаких сомнений. И вот бельчонок с нами, и я часто задумываюсь о третьей беременности, а возможно, из-за того, что у меня, да, три брата, и мне всегда хотелось сестричку. И вот смотрю на Анютика, говорю, надо сестричку еще рожать. Сашуля смеется, говорит, ну и братика тоже надо. Ну это так, просто хотелось сказать, но понимаю, что в наше время трое, четверо детей, это очень тяжело. Да, многие, наверное, напишите, Яна, Бог даст дитя и на дитя. Ну я как-то, наверное, не придерживаюсь этих слов. Вот, и надо дать Максимке, Анюте все помочь, тем более сейчас такое неспокойное, сложное время, и без помощи родителей, наверное, никуда. Ну и, в общем, сегодня будем мы поздравлять Максимку, радовать его, и, кстати, мы празднование перенесли на субботу, когда придут к нам крестные Наташа с детьми. Сегодня мы решили устроить прям праздник для Максимки, для Анютика. Поедем в Тамбов, для них это будет неожиданный сюрприз, они даже не догадываются. Решили мы съездить, чтобы они там набегались, наигрались в развлекательном центре, заказать какие-нибудь вкусняшки, чтобы это был только его день. Если пригласить крестных, и тем более сама Вера Дмитриевна тоже сказала о том, что Ян, давай на субботу, либо на воскресенье, все-таки сейчас идет сбор урожая, ни у кого нет времени, и школа. Много дел, а хочется просто посидеть, никуда не торопясь. Ну и чтобы не лишать ребенка праздника, поедем в развлекательный центр, погуляем, отметим, потом приедем домой. Какой день рождения без торта, свечей обязательно задуем, загадаем желания. Подарочки сейчас подарим, когда он придет из школы. Утром я его поздравила, но дарить ничего не дарила. Думаю, то сейчас будет сидеть в школе и думать о своих подарках, а не о уроках, и тем более, когда ты только проснулся, еще ничего толком не понимаешь, поэтому будем уже поздравлять после обеда, ну а сейчас я бегу в центр, надо еще купить подарок, ничего мы не взяли, все откладывали на потом, и он не мог определиться, что он хочет, но вообще
последние дни он прям очень сильно у нас просил микроскоп, если покупать, то уже хочется хороший, не торопясь. У нас в нашем магазине такого нет, надо присмотреть на Валбери, закажу и подарим его чуть позже. Ну а сейчас тоже нужно будет выбрать подарок, чтобы он совсем не остался без подарка. Так что хочу сразу заранее сказать всем большое спасибо за поздравления, за ваши теплые, добрые слова, поддержку, за то, что вы с нами. Я вам за это безумно благодарна, что вы где надо поругаете, где надо напишите нужный и правильный совет, так как подписчики у нас намного старше нас уже, да, прожили жизнь, и вы многого знаете, чего не знаем мы. Ну и всем хорошего дня, отличного настроения, никуда не уходите. Оставайтесь вместе с нами. Будем поздравлять Максимку, праздновать, веселиться. Хочется сделать этот день счастливым, самым лучшим и незабываемым. Сыночка, Максим, сыночка, доброе утро, сын. С днем рождения тебя. Мысли, у меня же послезавтра еще. Как послезавтра? Сегодня. Я пошутил сегодня. С днем рождения тебя. Люблю тебя сильно. Помойте камеру. Да, доброе уточка. Люблю тебя, сыночка. С днем рождения. Самое главное, не болей. Оставайся таким же добрым. А хочешь огачу тебе? Что? Я сейчас, можно сказать, болею, а ты сказала, чтоб не болел. Ну, чтоб не болел, оставался таким же добрым, светлым мальчиком. Мы тебя очень-очень сильно любим. Ты у нас самый лучший сыночек в мире. Я тебя. Я тебя люблю. Подарочки будут потом. Как придешь со школы, то ты сейчас не проснулся, а то... Думал бы о них целый день в школе, а не в учебе, да? А так, когда придешь, будем тебя поздравлять потом все, дарить подарочек, да? Так ты их купила уже? Ну, тебе прям все расскажи сразу. Купила. Я не знал. Ой. Это не я. Солнышко мое такое, всю школу надо вставать. Я уже в центре, зашла быстренько в пекарню и сейчас направляюсь в детский магазин «Растишка». Не знаю еще, что буду выбирать. Ну, я думаю, сердце мне материнское подскажет. Чего только нет, глаза разбегаются. Но он в последнее время играет солдатиками. Танки ему нравятся. В общем, что-то военное. Но он мне говорил, что хочет Лего, а вообще он у нас просит микроскоп. Ну, какие Лего. Огромные. Такая машина стоит 1649. Еще хочу я цифру надуть. Гелием шарик какой-нибудь. Мне кажется, шарики это прям вот праздник, день рождения. Красивые какие. Это для более взрослых, а тут уже для детей поменьше. Надуваем цифру 8 и шар. А? Тоже перебор нельзя. Эх, красиво. Ну да, это по объему. Красивая, ну. Видно сразу же, даже когда достаешь из пакета что-то такое. Хватит? Наташа помогает.
пришла домой, быстренько одела Анютика, собрала в школу. Сейчас уже пойдет она. И покажем вам, что мы там приготовили для Максимки, для братика. Будешь, дочь, показывать? Да. Доча еще нарисует открытку ему красивую в школе, а то некогда было. Не знаю, чем она занималась все эти дни, но руки не дошли до открытки. И вот такие вот мы ему купили шарики, циферка 8. Красивая в серебряном цвете. Ну, выбирали из того, что есть. Шарик с днем рождения яркий. И тут, дочь, прочитай, что там написано. Люблю тебя до луны и обратно. И обратно шарик. И огромная лего-танк. Ну, его любимый динозаврик с самого детства. Он с ним вообще не расстается и спит просто везде и всюду он ездит с нами. Ну, сейчас придет как со школы. Анюту отведем, а Максимка придет. Постараюсь снять вам его реакцию. И еще конвертик там будет с денежкой от бабы Вали и деда Коли. Они сказали отдать все денежки ему и пусть себе купит все, что он захочет. Красивенько, дочь? Да. Ну, тебе тоже было только 9 лет. Поздравляли. Теперь Максимки, все, они уже стали совсем взрослые, поэтому подарок дарим только одному. Дочь, ну и не надо так. Ты сейчас точно как бомбанет и останется Максимка без... Одного шарика. Да, без шариков потом будет. Ой, ну какие красивые. Вообще, люблю шарики. И я. Да, когда шарики, да, дочь, сразу такое настроение, чувствуется праздник. Угу. Все, пойдем одеваться в школу, кофточку. Ладно, все, мы пошли и ждем Максимку. Как хорошо, что у меня есть такая подруга. Всем привет. Сейчас дочу доведет в школу. Ну все, дочь, давай тогда. Пока, люблю. Беги с Наташей. А то сейчас пока Анюту отведет, там уже надо будет бежать и за Максимкой, а мне нужно разогреть обед. Сашуля сейчас приедет на обед. Ой, время летит пока в центр. Туда-сюда, обратно. Уже и Анюту в школу надо. Все, дочь, люблю. Пока-пока. Давай. Пока-пока. Давайте. Наташа тоже всем говорит пока-пока. Пошли, красотки. Прохладно, свежо у нас сегодня. Ну все, ждем Максимку, а я бегу греть обед. Мы пообедали, я быстренько помыла посуду. И вот сейчас выглядываю в окно, жду Максимку. Сашуля поехал за ним, я уже не успеваю. Да и тем более должны Вера Дмитриевна прийти с детсашей. Будет вообще некрасиво, нехорошо, если они придут, а дом закрыт. И не успеем мы вернуться домой. И на улице солнышко выйдет, прям так вообще хорошо становится. А сейчас смотришь пасмурно и кажется так холодно, зябко, хотя на самом деле на улице не холодно. Пчелки летают, шмель или пчела сидит на цине, нектар собирает, бабочки летают. О, детки идут со школы, значит и Максимка должен с минуты на минуту приехать домой. О, подъехали. Ой, я представляю, пока, наверное, в школе был, все это время думал, что же ему подарят родители. День рождения, дело такое. Идет, идет. Солнце мое любимое. Именинник. С подарками там какими-то. Шоколадкой огромной кто-то подарил. Где там сыночка? Ну рассказывай. Самый лучший день у тебя. Ну рассказывай, кто тебя поздравлял, кто тебе такую огромную шоколадку подарил? Дед Саша. Дед Саша? А где он тебя встретил? Так он с папкой шел за мной. Да? Возле школы тебя ждал. Ему-то на работу надо. Ну, всем приветики от Сашули. А в школе как там все прошло? Хорошо.
Ты в шоке? Зашел раздеться и не понял. Спасибо, мама, подруга. Да не за что. Как круто. Круто? Ну шапку хоть снимай. Да, это подарочек тебе. Долго думали, что ж тебе подарить. Решили такое огромное лего. Танк нужно будет тебе собрать, такой огромный, сыночка. Спасибо, мам. Нравится? Ой. Ого, как сына прыгнул. Да, ну танк это мне. А титана. Титана. Будете с папой собирать, да? Тебе шарик. Сыночка, тебе шарик, папе лего. Это все общее. Прочитай, что там написано. Люблю. А дальше? Нет, люблю дальше. Тебя до луны. Обратно. Нет, тут и обратно. Люблю тебя до луны и обратно. Так сильно-сильно мы тебя любим. А там что написано? С днем рождения. С днем рождения! Да. А тут что написано? А тут уже сколько Максимке? 8. Да, уже. Такая уже такой, такая огромная цифра, как и ты, сыночка. Ага. Богатырь. Ну там еще подарочки. Ты плохо посмотрел. А там что? Это от бабы Вали с деда Колей. Спасибо, Иван, огромное. Ого. Спасибо, на. Ой, такие поцелушки. Да, сыночка? Ага. Хорошие подарочки. Открывай. Ну, лего тебе нравится хоть? Да. Да. Мне все нравится. Ну, я рада. А то думаю, вдруг сейчас сыночке не понравится. О. Ну, надо куртку, шапку убрать, а то от счастья все покидал. Да? Не терпится уже посмотреть. И в школе, смотрю, тебя сына, да, поздравляли, там с шариками отправляли. Фото, да, Арина Алексеевна прислала фото. Стоишь там такой счастливый. Молодцы, одноклассники, учитель наш, огромное спасибо Ирине Алексеевне организовала. Такое прям поздравление. Еще и фотографии отправила. Ну ладно, все, мы тут будем смотреть, да, подарочки, переодеваться. Папа наш едет на работу. Все, Сашуль, давай, до вечера. Давай, Максим. Пока, приеду, чтобы танк уже собран был. Да, что папа приехал с работы, и танк уже стоял на столе. Хорошо. Хорошо, успеешь? Успею. И сейчас придет тебя поздравлять кто-то. Кто? Вера Дмитриевна. А, говорили, что... А дед Коля говорил, в субботу только придут. Нет, Вера Дмитриевна, они в субботу с дед Сашей придут, а поздравлять сейчас она тебе придет. А я понял. Понял? Ой, ну я рада так, сыночка, что тебе все понравилось. Иди сюда. Так переживала, что вдруг тебе лего так не понравилось. Хочется сейчас вот этот скотч оторвать просто. И все. Ну тут такая ботыжа. Ну я сейчас тебе помогу, открою. Иди ко мне, дайте еще раз поцелую. Сейчас. Дайте. Люблю тебя. Щечки мои. Люблю. Самый-самый лучший. А вы самые лучшие родители. Ну, я рада, что мы самые лучшие родители. А ты у нас самый лучший сыночек. Вот всегда, что был таким сыночка добрым, спортивным, веселым, чтоб маму с папой слушался. И самое главное, не болел. Рос здоровеньким богатырем. Мы тут с Максимкой немного отдохнули, поели, поиграли и сели делать уроки. А то папа наш приедет, а мы еще ничего не сделали и не выучили. Скажет, сидите дома, никакого вам Тамбова. А Максимка-то уже сидит нарядный, красивый, костюм новый одел с какими-то там супергероями. Математику решили, учит правила, нужно будет еще выучить русский язык и читать литературное чтение. Ну, ты готов? Да. Ну, давай, рассказывай. У луча есть начало, но нет конца.
его направление не я луча удобно отмечать стрелкой. Молодец. Не надо прям так, сыночка, заучивать, как в книге, слово в слово. Можно и сказать своими словами. Главное, чтобы ты понимал. Да, главное не заучивать. Так, ну давай теперь учи русский язык, а я пока покажу, как тут Максимка пишет. Многим было интересно. Правда, по-моему, по русскому языку он тетрадь сдал. Нет у него. Тут он видно, что прям явно старался красиво писать. Ну, получил 5. Здесь с папой начинал делать домашнюю работу. Сикось-накось. Когда с мамой он пишет, то и получается, да? Более аккуратно и красиво. А если с папой, то тут и играют, и пишут, и все на свете. Тут вот в школе, видите, сколько ошибок сделал 7 сентября, и классная работа. Торопится, не внимательность. Точнее, нет, торопится, я бы так сказала. Тут вот классная работа сегодня, 5. И мы решали сейчас задачу и примеры. Ну и, в принципе, все. Ладно, будем учить, а то время-то идет быстро, и нам надо тоже в темпе вальса, да, собираться в Тамбов еще и Анютика забрать из школы. Мы на месте, приехали в Тамбов, мои уже убежали, я их тут догоняю, ну и остановилась вам показать немного красоты. Это набережная. Хотелось бы прогуляться, не торопясь, но детям хочется веселиться, я их понимаю, поэтому так издалека посмотрели и хватит. Прохладно на улице, свежо. Хорошо, что взяли всем кофты, джинсовки. Не замерзнем. Ну, если время останется, то обязательно спустимся и прогуляемся с вами. Думала, ничего не буду снимать. Ну, а как вам не показать, какие дети счастливые, довольные, веселятся. Не знаю, правда, как меня будет слышно. Очень шумно, весело тут, музыка играет, дети кричат. Я сейчас пойду готовить и заказывать праздничный стол, а то дети побегали и уже проголодались. Просят попить и перекусить. Посмотрите, чего тут только у нас нет.
вход 550 рублей. И, кстати, если предоставить документ, что у тебя сегодня день рождения, то вход бесплатный, как, например, сейчас для нас. Максимка зашел бесплатно, а за Анюту заплатили 550 рублей. Здесь комната идет для самых маленьких. Какие тут красивые, яркие рисунки, песочек, качели. Там идут мягенькие пуфики, можно посидеть родителям, отдохнуть, пока дети играют и чем-то заняты. Ну, красота для взрослых и рай просто для детей. Ну, а я пошла делать заказ. В принципе, вы уже видели Джуманджи не раз, как бы тут ничего не изменилось, все то же самое. Мне нравится играть в баскетбол, кидать мячик обязательно. Как перекусим, поиграем со Шулей на желание. Дочь, ну как? Ты уже устала, да? Набегалась? Может, домой поедем? Нет, сразу глаза такие. Домой никто не хочет. Сейчас как... А? Я никогда не поиграю, я с папой. Сейчас как скажем, домой поехали. Слез тут будет. Детей отсюда просто не вытащить. И Максимка выигрывает папу. Сашуль, ты проигрываешь? Ты выиграл? А я думала, ты проиграл. Фотограф есть. Обязательно сделаем красивое семейное фото на память. Мы тут все дружненько собрались, ждем, когда Максимка сделает заказ. Сейчас посмотрим, чем нас именинник будет угощать. Ну и немного покажу цен, знаю, что вам всегда это интересно. Дочь, ты сильно проголодалась? Да, набегалась? И коктейль хочется, и тортик, и пиццу, и котлетку, и макароны, все-все-все, да? И Максимка там такой счастливый. Ну, мы, девочки, быстро определились с заказом, а мальчишки, как всегда, долго думают. Величко набивает очки. Есть. Так, есть. Еще один у нас. Молодец. Вот так вот. Надо бросать. Молодец, сынок. Все, Инесь, хватит. Иночка набивает очки. Есть. Есть. Все, молодец, Инесь, пошли. Вот он.
Время 9:30. Мы только вышли. Сейчас едем домой. Ой, братик с сестричкой там обнялись прям. Любовь, любовь. На улице так хорошо, свежо. Хотелось прогуляться по набережной, но так устали, что просто уже нет ни на что сил. А еще ехать, добираться домой. Я думаю, что должно быть хорошего понемногу. Вы согласны? Я думаю, что да. Ну, хотя бы давайте покажу вам ее издалека. Сашуль, нам надо обязательно выбрать день, наверное, на мой день рождения. Приехать и погулять с тобой по набережной. Ну, какая тут красота. Посмотрите только, какая красивая ночная набережная в Тамбове. Так и хочется тут погулять. Ну, надо домой. Завтра детям в школу. Нужно спать. Ну, дети такие довольные, счастливые. Ну, а мы так вообще довольны, что для детей устроили такой праздник. Наверное, уже вышли с развлекательного центра самые последние. Нет, не самые последние, ну, практически. Хотя он работает вообще до 10, а сейчас 9:30. Ой, смотрите, разбили дверь, собачкой гуляют. Как же хорошо. Ну, сейчас будем ехать домой, еще поснимаю, покажу вам ночной Тамбов. Кстати, мы сколько уже живем, первый раз едем за 4,5 года по ночному Тамбову. Как же тут красиво. Церковь какая красивая, на мое. Или это храм какой-то, как это называется. На мой день рождения приедем погулять на набережной. Это будет мой подарок. Все некогда, то одно, то другое. Надо выбираться и гулять, а то Тамбов рукой подать, а мы даже его и не видели. При ночном свете, а тут вообще красота такая. Дети, ну как, довольные? Максим, как тебе день рождения? Отличное. Отличное? Ну, мы рады. Там тоже парк какой-то. Смотрите, как он весь светится. Подушечку себе сделала. Ну, все, отключаюсь. Едем домой. Как приедем, будем задувать свечи и загадывать желание. Едем, светят фонари, дети спят, устали. Не знаю, будем ли мы задувать вообще еще свечи. Но у нас, да, Сашуль, романтика. Красота такая. Везде хорошо, но дома лучше. Уставшие, спать хочется, но свечи надо задувать. Мы думали, Максимка уснет и забудет про тортик и желание. А нет, не забыл, да, сыночка? Ты уже решил, что будешь загадывать? Да? Последняя свеча. А ну-ка посчитайте, сколько там свечей, не ошиблись? 9. Посчитали? 9.
Правильно все? Ну, вот тут вот одна, вот этих вот восемь. Ну, правильно. Восемь лет, восемь... папа уже задул. Папа задул вот эту самую главу. Она сейчас растает от этих боковых. Так что надо действовать быстрее. Надо быстрее действовать, это точно. Выключай свет. Зашуль, аккуратно. Выключай свет, сыночка. Думай давай, загадывай желание. Хорошо подумал? Точно? День рождения один раз в год, и надо что-то прям такое серьезное придумал. Загадать. Придумал? Все. Ну что? Ой, а мне про себя говорить это? Не знаю, как хочешь. Ой, папка бройлеров купил на день рождения Максимкина. У нас тут бройлер. Так, ну ладно, давай скорее, эту свечи сейчас все сгорят. Загадал? Быстрее, а то они взорвутся сейчас. Давай, чтоб сбылось. Дочь, помогай ему. А то не сбудется желание. Да что ж такое? Что же там загадал, Максимка, такое? Иди, папка, помогай. Да что? Все. Да нет. Все, теперь точно. Да. Что там такое, сына, у тебя за желание? Тухнет. Все. Давайте, давайте вместе, о, дружно. Бройлер радуется. Ну все, включай свет. Желание загадали. Цыпленок в шоке. И желание обязательно должно сбыться. Максимка уже и так сил нет, а свечи все горят и горят. Все. Еще раз попробуем. Еще будем дуть? Да. Да? Да уже устали. Все без сил, вся кухня в дыму. Все, мои дорогие, будем с вами прощаться. Вот так вот прошел Максимкин день рождения. Я надеюсь, что ему все понравилось. Он счастлив. Да, сыночка? Да. Мы надеемся, что тебе все понравилось. Тебе папа с мамой устроили хороший праздник. Тортик мы уже есть не будем, налопались всего в Джумадже. Да, и в Джумадже ели тортик. Оставим его на завтра. Все, всем пока-пока. Пусть сбываются ваши мечты. Всего вам самого наилучшего. Да, поддержите Максимку пальчиком вверх. И спасибо большое за ваши поздравления. Вы у нас самые-самые лучшие. Все, всем пока-пока. До завтра.